А сейчас достаточно агрессивный штамп, и он, конечно, дает много осложнений. У нас и амбулаторно-то лечится, конечно, колоссальное количество людей, но и много попадает вот в такие госпитали. Вот. Сюда попадает только осложненная форма болезни, и тем, которым требуется и кислородная поддержка, вот, и серьезное лечение, часто реанимационное лечение. В основном здесь лежат непривитые, те, которые по каким-то причинам проигнорировали такой шанс перенести это заболевание в легкой форме.